Доброе всем время суток, меня зовут Виктор, и я вас приветствую на 71-м видеоподкасте, который называется «На доске». Сегодняшняя наша тема – как быстро получить клиентов с помощью сайта и с помощью интернета. Именно быстро. Акцент на быстроте, поскольку очень часто нас спрашивают, потому что SEO довольно-таки длительный процесс, то есть в течение там, 2-3, иногда для многих ниш под американские сайты в течение года сайт выходит в топ и начинает получать трафик. И сегодня именно про то, как быстро. Давайте сразу приступим. Первый момент – это контекстная реклама. Мы в последнее время очень активно начинаем развивать это направление в плане оптимизации процессов и так дальше. И как бы основной момент – это AdWords. То есть мы можем разместить рекламу на Google с помощью Google AdWords, Яндекс.Директ, Facebook, ВКонтакте и так дальше. То есть основной акцент, понятно, на первых двух, но на Facebook и ВКонтакте довольно-таки хорошо можно старгетировать нужную целевую аудиторию. В плане AdWords все очень просто. Можно хорошо настроить объявления по нужным ключевым словам, по нужным регионам, по нужному времени и так дальше. То есть и в принципе работать с тем же семантическим ядром запросом. В итоге очень быстро получать результат. Давайте посмотрим преимущества и минусы. То есть преимущества — это быстро, то есть это реально быстро. То есть если есть бюджет, закинули бюджет, хорошо все оптимизировали, там в течение полудня начинаем получать результат в виде потока целевых там звонков, заявок и так дальше. Гибкая настройка по целевой аудитории. В итоге, ну, то есть все можно очень гибко сделать. В SEO такого нету, что, то есть мы можем с помощью разных ключевых слов, например, там продвижение сайта Киев, там настроить под конкретный город. Там же это можно сделать довольно-таки быстро. Ну и есть один минус, который самый основной. На порядок контекст дороже поискового продвижения. Действительно на порядок. То есть может быть от 5 до 10 и более раз. Особенно я очень часто привожу пример. Юристы, адвокаты, например, под США, где клик стоит примерно 100, 120, 150 долларов. Один переход. А вы представьте, 10 посетителей, не факт, что сделают вам конверсию, даже зарегистрируются на консультацию. И вы потратите на это 1000 долларов. Но тем не менее, есть множество ниш, в которых это все очень хорошо применяется. Ну и самый главный момент, чтобы была конверсия, ну то есть результат тот, который вы хотите получить, то есть продажа, например, это хорошая посадочная страница. Для интернет-магазинов есть очень много разных моментов. По ссылке ниже вы можете посмотреть варианты, как можно оптимизировать конверсию интернет-магазина и конверсию сайта и так дальше. И хорошая посадочная страница должна, ну, как минимум содержать отличный продающий текст, который как минимум детально описывает весь процесс, либо текст, который полностью показывает, что и о чем это. Графика, ну, смотря какая страница. Если сайт продающий услуги, то графика действительно как бы может визуально показать это быстрее, чем текст. Ну и все это строится на основании УТП, то есть уникального торгового предложения. Чем ваш сайт, товар, продукт лучше на самом деле? То есть если он лучше, то как бы нужно это все обыграть на посадочной странице, и конверсия на порядок увеличится. Причем даже если у вас есть хороший поток трафика. Ну, давайте представим, что у вас 1000 человек в день заходит по контекстной рекламе. Средняя конверсия, например, по интернет-магазину 1%. И если поиграться над посадочными страницами, можно сделать 2%, либо 1,5%. И в итоге затраты те же, количество прибыли, денег больше. Поэтому, то есть, это нужно совмещать. И очень часто важные моменты в контексте — это настройка, распределение, оптимизация объявлений и так дальше. То есть если этим не заниматься, то как бы обычно говорят, контекстная реклама, она не окупается. Да, она, возможно, в некоторых нишах не окупается. Но если правильно настроить все, начиная от продукта, посадочной страницы, то отдача будет хорошая. Второй момент, тоже очень быстрый, это статья-обзор. Что значит статья-обзор? Очень много есть ресурсов,
например, там, по интернет-бизнесу АИН. Да, очень часто там новые стартапы, новые проекты показывают, что вот запустился сайт. И в итоге как бы идет статья-обзор, о чем этот сайт, чем он может быть полезен для пользователя и так дальше. На самом деле таких ресурсов множество, не только по интернет-рекламе, а вообще по всем нишам. То есть это обычная офлайн-модель газет. То есть мы в газете размещаем статью с каким-то определенным продуктом. Если она заинтересует потенциального читателя, то он приобретает этот продукт. То же самое сейчас можно сделать на любом веб-сайте, который, ну, так или иначе связан с информационными статьями. Поэтому наша задача, то есть найти сайты с целевой аудиторией, посмотреть, проанализировать, подходят ли они вам, и протестировать на отдачу. Отдачу можно протестировать в виде, ну, например, поставить UTM-метки на сайт. То есть с помощью UTM-меток вы сможете в аналитике увидеть, сделал ли этот посетитель нужную конверсию и сколько в итоге с этого поста мы получили. Ну, например, разместили статью, там получили статья про прикольные футболки и майки, именно про футбол, на сайте про футбол, и в итоге мы получаем, грубо говоря, 30 продаж с одной статьи. Статья нам, ну, стоила, например, $200-300. Если так, ну, то есть, если у вас хорошая маржа на товаре, то в принципе можно получить хорошую отдачу в виде денег. То есть быстро-быстро. Единственный момент, что здесь нужно для статьи, то есть я вот написал пошаговый процесс, это список сайтов, то есть, ну, изучить те сайты, на которых сидит ваша целевая аудитория. Дальше подготовить контент. Контент подготовить, ну, в виде статьи никто не купит. Нужно более-менее хорошо продающий текст, либо текст, который показывает выгоду. То есть, зачем мне это покупать? Может, это прикольно, может продать какую-то идею, может продать какую-то мечту и так дальше. В итоге, после того, как у нас готов контент, ну, например, там 10-20 обзоров наперед, то есть на следующую неделю, мы решили размещаться, то есть активно все рекламировать, и у нас есть уже 10 готовых текстов. Мы договариваемся с площадками, выделяем бюджет, размещаем, анализируем. Все очень просто. То есть таким методом вот мы в ближайшее время запускаем проект раскрутка.com, это информационный проект про интернет-маркетинг, и сейчас активно набираем базу. До запуска проекта уже примерно 3000 подписчиков, которые после запуска будут так или иначе взаимодействовать с сайтом, опять же, по желанию. Ну и таким образом мы размещаем обзоры на целевых блогах, целевых сайтах. Люди подписываются на рассылку, хотя сайта еще нету. То есть мы в данном случае довольно-таки быстро собираем базу потенциальных читателей. Ну и третий момент, он такой, то есть гибкий, то есть нужно смотреть, это рассылка. То есть существует множество разных рассылок, например, можно зайти на сайт subscribe.ru и посмотреть по нужной вам тематике. Практически любую рассылку можно купить. Ну то есть нужно, я имею в виду, рекламу в рассылке купить. Ну и рассылку, я думаю, тоже можно купить, смотря какой бюджет вы предложите. В итоге мы смотрим по нужной нам тематике, выбираем, пишем авторам этих рассылок и тоже предлагаем сделать какой-то анонс нашего продукта. Как это получается в итоге? Ну, давайте рассмотрим на примере, то есть рассылка, да, статья, например, кулинарный сайт, который делает пошаговые фоторецепты, рекламирует интернет-магазин посуды, который предлагает новые уникальные сковородки, на которых лучше всего делаются блинчики на масленицу. И в итоге рассылка идет про блинчики на масленицу, и ненавязчиво можно посмотреть и купить эту сковородку. В принципе, все очень просто. То же самое мы делаем с рассылкой. Главная задача — поработать над текстами, чтобы на самом деле они убеждали, либо хотя бы детально рассказывали, почему это можно приобрести, какую выгоду оно даст. В принципе, эти три метода довольно-таки быстро помогут вам привлечь клиентов и привлечь прибыль, доход, поэтому пользуйтесь. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. До новых встреч!